Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. Two damage. Здарова всем, ребят! Я бы даже сказал большинству из вас доброе утро. И вы смотрите новостную танковую передачу «Вот это новости». И сегодня у нас немножко выпуск вышел пораньше, обычно по выходным выходит. Но вынужден выпустить пораньше, потому что много всего халявного в мире танков предвидится. И я должен вам, просто обязан об этом рассказать. Но вы все знаете, что 2 августа 20 лет компании Wargaming. Чуть-чуть попозже еще будет 8 лет Танчесом. Короче, куча различных игровых событий происходит, и вот Wargaming приготовил для нас, ну, как халяву, так и скидки и так далее и тому подобное. И вот об этом я вам хочу обо всем рассказать. Значит, начну с того, что вы в мире танков можете заиметь себе 3 дня премиум аккаунта бесплатно. Не говорю, что совсем уж просто, но бесплатно. Итак, первый день премиум аккаунта с 9 утра 3 августа вы сможете получить прямо в танчиков, просто-напросто сыграв один бой. Да, заходите, играете бой на технике от 4 уровня и выше, получаете один день премиум аккаунта. Вроде бы ничего сложного, и у вас уже есть один день према. Но как же получить еще 2? Вспоминаем, что у Wargaming есть еще параллельные вселенные, где играют в кораблики и летают на самолетиках. И мы с вами помним, что премиум аккаунт и там общий, а Wargaming как бы, ну, является правообладателем всех этих 3 игр. Ну, в общем, вы поняли намек. Заходим в кораблики. На корабле от 5 уровня и выше, соответственно, тоже играем бой. Случайный там или так далее. Только вам нужен, напоминаю, кораблик 5 уровня. Ну, если вы еще не прокачались, не знаю. Халяву, чтобы срывать, там сейчас требуется и ранг капитана какой-то. Ну, если вы докачались до 5 уровня, скорее всего, он у вас будет. Ну, в общем, и так далее. Короче, заходите в кораблики, играете, получаете еще один день премиум аккаунта за один бой. И еще 3 день премиум аккаунта вы получаете в самолетиках. Точно так же. Но там, правда, надо слетать на самолетике в победном бою, получить от 3000 личных очков каких-то там заслуженных. Я не помню, как называется. Это не имеет значения. Я мало летаю, но люди говорят, что 3000 набрать, ну, это просто надо в бою не в носу ковырять. Хоть что-нибудь поделать, наберете. Ну и, соответственно, вот за такой победный бой вы получаете еще один день премиум аккаунта. Таким образом, можно все 3 дня выходных себе обеспечить премиум аккаунтом. Пятница, суббота и воскресенье. И, соответственно, в мире танков все эти 3 дня будут проходить различные дополнительные боевые задачи. Еще одна боевая задача, на которую я хочу обратить ваше внимание, это задача, по которой вы сможете нафармить себе бонов. Причем бонов за 3 дня можно нафармить просто вот изичем 1200. 1200 бонов за 3 дня можно получить себе на игровой аккаунт. Сейчас расскажу как. Опять же, на технике от 4 уровня и выше заходите в рандом и в победном бою делаете хотя бы один фраг. Все, боевая задача выполнена, за это вам дают 20 бонов. Неплохо, неплохо с учетом того, что это можно выполнять не только на танках 10 уровня, но и на танках 4, там, 5, 6, на каких вам больше нравится. Ну, главное, не совсем уж в песочнице, да? И эту задачу можно выполнить в день 20 раз. Итого, за день можно получить 400 бон. За 3 дня, несложно посчитать, 1200 бон. Значит, на что я рекомендую тратить боны? Ну, во-первых, 1200 бон вам не хватит на покупку какого-то бонового снаряжения, которое я считаю ненужным, поэтому я не рекомендую. Даже если вам плюс эти боны пойдут к тем, что вы уже накопили, тратить на какое-то боновое снаряжение, но от него профита мало. А вот если вы прокачиваете какую-то нацию или планируете прокачивать, и у вас там экипаж нулевой, без лампочки, да, а свободку как бы жалко тратить, то на боны я рекомендую покупать там, например, лампочку командиру, да, ну то есть за боны можно на один бой покупать перки, то есть прокачивать. Или же за боны приобретать пожаротушение, если вы вдруг играете там в доп-пайком без огнетушителей и так далее. Если вы, грубо говоря, в общем, играете на результат, но экипаж у вас на пожаротушение не обучен. Вот там вообще это очень дешево, и 1200 вам хватит на 600 боев.
прям. А если лампочку, по-моему, прокачивать, то на 100 боев. Но за 100 боев можно, по-моему, любому члену экипажа первый перк лампочку прокачать за это время. Поэтому, ну, в общем, смотрите сами, на что тратить. Я вас тут учить не буду, но 1200 бонов я как бы советую не терять. Плюс не забывайте, что еще боны дают за ранговые бои и за бои с десятками. Так что бонов можно тут нафармить не кисло зайти. Помимо этого, хочу также обратить ваше внимание на другие скидки и боевые задачи, которые будут действовать вот эти с 3 по 6 августа 3 дня. Значит, во-первых, в 4 раза больше опыта за первую победу в день на любом танке. То есть обязательно сбивайте этот X4 на танк, который прокачиваете, да? Если вы донатер, да, и планируете какие-то прем-танки покупать, ну, здесь есть скидка 50% на прем-технику 2-5 уровня и 30% на 6-7 уровня, но на 8 уровне я здесь скидок не вижу. И к тому же, ребят, вроде бы как в августе, скорее всего, в начале, но не в эти, скорее всего, выходные, хотя у меня информации точно нет, выйдет 50 ТП, как раз который вы сейчас видите на экранах. Кстати, я по нему видео недавно делал, можете обзорчик, приобзорчик посмотреть. И мне тут уточнили информацию, он будет как раз-таки вот в этом в камуфляже, который вы сейчас видите. То есть этот камуфляж реально будет у нас в РУ-регионе продаваться. Вместе с танком, в смысле идти комплектом. Вот, сколько он будет стоить, я точно не знаю. Чуть больше 10 тысяч золота, ну где-то 2200-2400 рублей. Вот, у меня больше, более точной информации нет. Я это чисто логически попытался рассчитать. Также скидки будут на все виды кастомизации за игровое золото и скидки на все снаряжения, как за премиум снаряжение, так и за обычное. Имейте это в виду. Плюс, если кто-то донатит и прокачивает экипаж, вот сейчас опять можно неплохо перевести опыт с танков там с премиумных или с десяток в свободный. Вместо 25 за одно золотой будут переводить 35, ну то есть тут где-то на треть больше. То есть тоже неплохой буст для тех, кто хотел свободку себе прикупить, грубо говоря, перевести из обычной в свободную, да. Значит, еще один момент, качать технику. Почему качать технику сейчас выгодно? В два раза больше опыта вы будете получать в победном бою, если повредите как минимум одну машину. То есть за первую победу получаете X4 опыта, а за все остальные победы, где вы хотя бы один раз в кого-то попали и нанесли какой-то урон, повреждение, да, будете получать в два раза больше опыта. Опять же, на танках от 4 уровня и выше. Еще можно будет получить 60 голдовых, ну, они уже не голдовые, конечно же, но вы поняли, да, 20 автоматических огнетушителей, 20 больших ремкомплектов и 20 больших аптечек. Если даже вы не хотите их использовать, их можно за хорошее серебро продать. Для этого всего-то надо за 3 дня нанести 20 тысяч единиц, заработать боевого опыта за 3 дня. При этом надо попадать в топ-10 своей команды по опыту, но если вы играете, вы будете по-любому за 3 дня эти 20 тысяч единиц опыта по-любому получите и 60 этих голдовых расходников получите в итоге, да, 20, 20 и 20. И, наконец, ребят, если вы прокачиваете какую-то технику, вот вам еще один лайфхак. Надо нанести 20 тысяч урона технике противника за любое количество боев, учитываются бои, в которые игроки попал в топ-10. И это можно выполнить 3 раза в сутки, то есть можно получить 60 тысяч опыта, то есть по 20 тысяч за каждое выполнение. Таким образом прокачать быстро любой танк. Смотрите, играйте на любой технике, вообще на любой, от 4 до 10 уровня. Видите, что вы почти приблизились к 20 тысячам единиц урона. Такие, ага, садитесь на танк, который вы прокачиваете, и достреливаете на нем необходимый урон. Получаете на этот танк 20 тысяч опыта. Потом еще повторяете это, и так можно 3 раза сделать в сутки. Плюс 3 суток у вас на это дается, итого 60 тысяч опыта можно дополнительно вот так вот за 20 тысяч урона. Это вообще делается там, ну даже если вы плохо играете, за 10 боев можно сделать на технике там от 8 уровня. Вот, и соответственно... Вы вот так вот просто за 3 дня 180 тысяч опыта получаете типа бонусом. Халява, халява. С 9 до 10 уровня за 3 дня можно изи чем прокачаться. Тут даже не нужен премиум аккаунт. Хотя вы его получите, ведь вы же можете получить на эти 3 дня на каждый день по премиум аккаунту, как я рассказал в начале этого видео. Возникает вопрос, а какую технику прокачивать? Ну, если вы какую-то технику уже прокачиваете, прокачивайте ее. Если не прокачиваете, знаете, кого советую выкачать?
советую выкачать объект 430У, потому что с 1 по 16 августа до 9 утра уже действует эта акция, идет скидка на всю ветку, которая идет к объекту 430У. То есть там скидки от 50 до 30%, ну чем выше, тем ниже скидка, сами понимаете, да? Таким образом, вы сможете быстро пройти эту ветку и дешево покупать эти танки. Главное, если вы уже эту ветку идете, пока танки покупаете, пока акция идет, не продавайте их, потому что продавать вы будете их тоже со скидкой. Ну, то есть вы потеряете. Лучше дождитесь, когда акция закончится, и тогда продавайте. А еще сегодня выходит, ребят, общий тест патча 1.1. Очень много контентных изменений, но об этом будет отдельное видео, потому что это видео уже, ребят, подошло к концу. На эти выходные я вас халявой от ВГ обеспечил. То есть все проинформировал, теперь вы в курсе. А в следующие выходные будет 8 лет танков, и там будет своя халява тоже, я думаю. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.